Совсем недавно был великий праздник, 12 апреля был день космонавтики. В 1961 году вся страна кричала: «Человек в космосе!» Наш Юрий Алексеевич Гагарин впервые вышел на орбиту. И я написал песню про наших космонавтов, которая так называется «Покорители холода». Эта песня приняла участие в фильме, в Казани при поддержке Роскосмоса, в проекте «Киноуроки в школах России», и показывается теперь по школам в России, не только России, но и... Да. Все еще будет. Полет Байконур перед...